Смотрите, кто к нам пришел. Поздоровайся. Быстро со всеми девочками и мальчиками поздоровайся. Мы только что встали. Моя девочка такая золотая. Ой, маме ухо подняла. Мы спали так долго, да? Хвостиком хвостиком крутила. Моя такая бубусинка. Всем привет. Уже 2 часа дня. Не, я не спала, это Боня спала. Сегодня вообще не мой день. Кардинально не мой. Смотрите на эти уси, на эти глазенки. Моя курочка такая. Дети, моя Зоя такая маленькая. Все, все. Они сегодня с Гретой вдвоем на подоконнике тусили. Солнце было с утра. Куда? Куда лезла? Куда? У тети козёбка, так хочется ее набить. Так хочется набить. Все, беги. Мама будет собираться. Маме еще на работу сегодня. Работать работу. Моя курочка. Иди кушай. Водичку пей. А я что забыла? Я забыла тоник взять и диски. Вот, блин, пошла я. Все, взяла. Возьмем такой новый тоник. Это от Avon. Какие-то волосы прицепились. Для глубокой очистки. Тра-та-та. Сокращение поры блеска. Вот такой. Короче, девчонки и мальчишки, 10% мальчишек. Я смотрела статистику. Там на заднем фоне Армагеддон. Не смотреть. Все, там нету картинки. У нас нет воды. С самого утра. Все, кто успели помыться, а кто не успели, те до свидания называются. Вот такой тоник, зелененький, от Avon. Я сидела, ждала, ждала. В итоге нагрела себе 3 ведра воды. Шучу. 3 тазика. И помылась. Мне сегодня на работу. А я что, буду сидеть ждать? Пойду как тютя-матютя. Это еще не самое страшное. Нет воды. Я уже девчонкам жаловалась. Удалила влог. На 20 минут. Трудов. Вот так взяла. Фить. И смонтированный влог удалила, и черновики удалила. Все, нет. Говорю девчонкам, будете от меня неделю отдыхать. Представляете? Вот такая дурында. Поспешила. Пока что про тоник сказать. Немножко печет лицо. Дальше. Код совершенства от Белита косметик, крем для век фитоактивный от темных кругов под глазами. Вот такой крем. Плохо видно, да? С той стороны. 20 грамм от темных кругов. Ну, сейчас попробуем. Ну и все. Утро началось. Воды нет. Ладно, переживем. Ой, он такой сразу превращается как в гель. Мне кажется, вот эти средства для глаз, для лица, все-таки надо брать что-то такое подороже сегмент. Это мое мнение. Потому что вот эти все, они вроде ничего плохого не делают, да? Ну и хорошего от них тоже мало. Темные круги. Ничего, ну там не убирает эти темные круги. Такое. Нет воды. Уже 100 раз сказала. Бесит меня все с утра. У меня еще такая натура, знаете, я еще сама себя могу накрутить. Сама себе могу сказать, ты тут бесишь так меня вообще. Глаза бешеные такие, ух. Беру гель алоэ вера. Все лицо у меня такое, знаете, после этой болячки все плыло, текло. Раздраженное. Надо его успокоить алоэ верой. Так я вам никак не могу рассказать. Ладно, воды нет. Захожу я утром в комментарии. Опять меня не поняли. Я обращалась к друзьям Фейсбука. Как еще объяснить? Те друзья, которые у меня давно, старые друзья, знакомые, кумовья, подружки, одноклассники, одногруппники, одноработники, все. Просто знакомые.
Просто знакомые знакомых, которые добавились ко мне в друзья. И которые у меня давно. Не друзья Ютуба. К Ютубу я вообще претензий не имела и не имею. Я просто хотела, чтобы вот эти друзья Фейсбука прорепостили мои записи. Меня опять не поняли. Короче, кто-то понял, написал комментарий, кто-то, я так поняла, не поняли. Начали оправдываться, что меня нет в Инстаграм, меня нет в Фейсбуке, я тебя не нашла. Да я не вас вообще имела в виду. Я имела в виду своих старых друзей фейсбуковских. Как еще объяснить? Зачем вам, моим друзьям Ютуба, меня репостить? Я же как бы ваш конкурент, правильно? Зачем вам делать мне рекламу? Вы делаете себе рекламу. Я просила своих друзей Фейсбука. Ну как еще объяснить? Ну как? Ну друзья, знакомые, подружки, однокрупники, одноклассники. Те, кто понял, те прорепостили. Большое спасибо, привет. Пламенный. Полиночка вообще молодец. Ксюха, моя одноклассница, вот, сразу поняла. Остальные опять проигнорили, похеру. Извиняюсь, да. Ну ладно, хорошо. Все, я запомнила. Проехали эту тему. Я так поняла, это вообще не надо поднимать. Это никому не надо, только мне. Смотрите, какое полотенце. Это Avon, которое я заказывала. Меня там про него спрашивали и коды, и штрих-коды. Вот оно такое идет по размеру. Видите? Вот если моя вытянутая рука до сюда. Голову оно мне не замотает. Мой воняк не хватает обкрутить. Полотенце мягкое, хорошо впитывается. Всем советую. Классное, я довольна. Можно было несколько заказать. Специально его принесла. Точилкой уже пользуюсь. Вот, видите, карандаши поточила сегодня. А то все такие тупые, как и их хозяйка. Значит, гелем навозюкалась. Сейчас буду ждать, когда впитается. Воды у нас таки нет. Лицо липкое. Сейчас я немножко погуляю с этим лицом. И к вам вернусь. Будем марафетно водить. Будем такие. На работу пойду. Что мне все чешется. Сегодня не мой день. Сегодня все психованное у меня. Все падает. Посуду помыть не могу. Убраться не могу. Нет воды. Все, нет воды. Не туды и не сюды. Могу подарить, кому надо, ошейник для маленьких собачек. На боне он уже не налазит. И вот что делать? В комментариях не поняли. Воды нет. Влог удалила. И еще и на работу. Вот с таким кольцом. Это мне подарил Артем. Бриллиант вот такой. Красивый. Красный такой камень. Тут отсвечивает такое это. Еще и не сниму. И все, тють-тють-тють, ходит такой маленький. Говорит, уха спит. А это швендяется туда-сюда. О, пришла покушать. Короче, вы поняли, да? Не мой день, вообще не мой. Я так расстроилась из-за этого влога. Такой неплохой был влог. Я там немножко смеялась, прикалывалась. Артем сломал палец на правой руке, мизинец. Наложили гипс. Муж взял справку в этом, как оно называется, в поликлинике. Мы ее положили на столе. Боня выпрыгнула на стол и сожрала справку. Нет справки. Иди сюда. Иди сюда. Ты зачем съела справку? Хвостом покрутила и убегает. Съела справку. И что нам теперь делать, Боня? Как быть? Что делать? Ничего сладкого нет. Ничего нельзя похрумать даже. Ну что делать? Ну вот как быть? Так. Сейчас буду краситься. Сейчас сделаем боевой рассказ такой, по-модному. Я уже уселась. От Эвелайн. Ликвид контроль, тональный крем. Тра-та-та. Цвет айвори, оттенок 005. Съемка, конечно, вообще. Так, карандаш. От Мальвы. 007. Вот такой. Он коричневый. Как раз для моих белобрысых бровей. Нарисовала карандашом так, слегонца. И мне надо как-то немножко их сделать более естественные, эти брови.
Куча хламыдника, ничего толкового. Это от Avon. Новая кисть. Вот такая. Скошенная. Тут есть воск. Воском я не пользуюсь. Только тенюшками. Немножко закрашу. Вот так. Вот. И пойду нарядную. И хай все дивляться и завидуют. Я так понимаю, вот судя по комментам, да, не все как бы в теме, многие меня не знают, судя по всему, вообще не знают. И не улавливают эту разницу, где я шучу, где я говорю серьезно, а где я говорю серьезно, но с иронией. Как я? Философ. Все философы просто отдыхают. Такая разумная. Еще голову надо высушить. Вот у меня так. Одну бровью нарисовала, а вторая рисуется сама. Ну, никак не получается так, как надо. Но я думаю, с разными бровями меня тоже узнают. А вообще, конечно, фигово, когда вот люди не понимают чувства юмора. Я ж такая юмористка. Все, я думаю, достаточно, правда? Одинаковые? Ну так, более-менее. Надо их сбрить нафиг и... Сбрить и рисовать, какие мне нравятся. Или вообще не рисовать. Сейчас модно без бровей. Беру гель. Тоже он такой от Luxe Visage. Я уже его говорила, вам показывала. Второй номер. Гель-корректор для бровей. Ну, он такой, вот такой. Вот с такой кисточкой на фоне моей щеки. Немножко. Вот сейчас хорошо, волосы темные. Можно и брови нарисовать. А когда светлые, это трындец. Все, что не нарисуешь, оно все не такое, как надо. Одни брови выделяются. Все, немножко подкрасила ресницы. Так, под глазами брала от Эвелайн. Уже вытирается вот этот корректор. Он идет типа корректор-хайлайтер. Ну, не знаю насчет хайлайтера, что-то он слабоват. Так, у меня где-то есть еще кисточка такая хорошая. Вот эту купила, непонятно от чего, от кого. Для пудры. Или для пудры, и для хайлайтера она сильно огромная. Для пудры. И она такая говняшка. Ну, где так и сделалась? А, вот. Сейчас немножко вот этой кистью. Тут, кстати, еще есть вот такая. Ей можно прорисовывать нижнее веко тенюшками, но я не буду. У меня так глаза запухшие. Мне еще прорисовать, и я буду вообще как алкоголик. Алконавт. Ну, открывается же легко. Но почему я не могу ее никогда открыть? Хайлайтер от Ламель. Вот зараза. Немножко освежим наш томный взгляд. Чтобы не быть такой прекрасной, я вам расскажу, как делать макияж. Я про макияж знаю все. Да. Да-да-да. Вот сейчас бы включить какую-то музыку. Ну, гады же, заблокируют? Заблокируют. Играл уже у меня Макс Барских. Видео заблокировали. Ой, боже, прям звезда такая. Страшно. Я ж не Аллу Пугачеву включила, а Макса Барских. Все, взяли видео, заблокировали. Заразы такие. И немножко... Немножко пудрой. Вот здесь. Я ж говорю, я ж мейкапер. Вы просто не знаете. Я еще не показывала свое искусство. Вот так. Все.
Гарна дівка, гарно зветься, гарні зуби, як сміє. Так, это моя косметичка на работу. Нет, гель я вот этот, у меня еще томатный гель есть осветляющий, я его дома оставлю, у меня там есть. А на работу я взяла карандашик с такой щеточкой, поточила его, он уже такой красивый, вот. Две точилки, у меня есть от Avon, кстати, клевые точилочки. Одну оставляю дома, одну на работу. Говнястая тушь от Color Trend от Avon на работу. Помада. Закончилась зубная паста. Беру такой жидкий, ну не жидкий, как он называется, этот порошок. Зубной порошок в готовом виде. Вот этот беру на работу. Зубья будем чистить. Этот карандаш тут. И такое, кисточка для бровей, пилочка. Вот этот карандашик с щеточкой. Иногда там что-то... Тональный крем, большая буква Г от Mark Avon, говнястый, вообще никакущий. Так, это карандаши для губ, иногда я их использую вместо помады, как матовая помада. Типа у меня, типа я модная. И вот этот корректор от Avon, тоже говняшка, никогда не заказывайте вообще. И так как я купила два геля для бровей, один у меня дома, один пойдет в запасы на работу. А вот это, да, от Avon вообще. Он какой-то желто-рыжий. Вот такой. И он уже все. Ему капец уже полный. Вот такой он какой-то страшный. Такой рыжий. Рыже-коричневый. Он, знаете, для тех, кто болеет Боткиным. Его, наверное, просто надо уже в пустые баночки. Я его дома оставляю, даже не буду брать. По сравнению с этим гель-корректором, хайлайтером, хайлайтер и корректор от Makeup Eveline 05 Nude, вот этот классный, этот хороший, этот прям как тоналку можно использовать. А этот эйвонский вообще, большая буква Г. Так, и что мне надо еще туда положить, чтобы брови рисовать? Главное брови, все. А, у меня есть. Одни оставляю здесь от Mark тени. Тени на плетение вот такие. Дома оставлю, а возьму вот эти именно для бровей. Они маленькие, компактные. Вот, все. Точилку взяла, крем у меня есть. Так, пудру одну дома. Ламель беру на работу. Ламель. Я вот так утрирую. А марковскую оставляю дома, тени дома. Хайлайтер слишком жирно, не поймут на работе. Бронзатор от Мальвы тоже дома. Так, и вот эта фигня. Корректор и хайлайтер от Avon. Два в одном. Марк. Вы поняли. Вот этот классный тональный крем. Кто еще не пользовал, обязательно попользуйтесь. По сравнению, вот у меня этот Люкс Визаж. Очень плотный на зиму. Как скафандр одел и пошел. Так, тоник оставляю. Вот эта кисть. Одну я похожую взяла. Вот у меня две похожие. Ими даже тени хорошо растушевывать. Одну возьму на работу, а одну оставлю здесь. Все. Трахомудия сложили, ножнички. Все, пойду сейчас голову высушу. И буду собираться. Дальше. Артем придет со школы. Встречу Темика. Он у меня в гипсу бедненький. Ходит, ручка болит. Как всегда, диском вытираю стол. Уборка помещений. Все поубираю. Что у меня горит щека. И обе щеки. Я думаю, что, наверное, подыгрывает температурка. Сегодня пойду на работу и зайду в аптеку. Куплю еще антибиотик. Буду пить 7 дней. Да, потому что мне что-то не нравится. Я уже особо и не кашляю. Это еще, наверное, хуже, если не кашляешь. Ну, такое состояние, немножко нестояние. Да. Так что, девчонки, вот такой у меня сегодня день. Не мой вообще никак. Да, не мой. Видите, как щеки горят? Наверное, есть такая 37 немножко температура. Я слышу по голосу, по состоянию. День не мой, а на 20 минут натрындела. Так что, кто там смотрел это видео про друзей Фейсбука, не обращайте внимания, не обижайтесь. Кто не понял, тот не понял.
Не надо ничего, не репостить, ничего не делайте. Все, забудьте. Ничего никому не говорила. Все, ту тему проехали. Так. А кто понял, всем большое спасибо. Кто прорепостил, пролайкал. Даже комментарии мне там оставили. Ксюхе привет, Настуне тоже. Всех люблю, целую. Всем пока. Пишем, звоним, не забываем. Да.